Всем привет! Продолжаем знакомиться с египетской мифологией. Себек, собек, или оплодотворять, или объединять, крокодил. Древнеегипетский бог воды и разлива Нила, ассоциирующийся с крокодилом. Считается, что он отпугивает силы тьмы и является защитником богов и людей. Согласно текстам пирамид, Себек сын Нейт, супруг Ринунитет. Себек рассматривался надежным защитником богов, который свирепостью отпугивает силы зла и тьмы. Нередко он выступает против Ра и Осириса. В поздний период появилась сопутствующая Себеку богиня, великая владычица Себектет. Себек изображался по-разному, в виде крокодила, либо в виде животного с человечьей головой. Я пользуюсь Википедией. Себек почитался главным образом в Фаюмском оазисе с центром Меридового озера. Здесь он считался демиургом, отчего на него были перенесены некоторые эпитеты и черты Ра. Расцвет культа Себека относится к периоду правления 12-й династии, 9-8 век до нашей эры, столица которой находилась вблизи Фаюма. Правители 13-й династии использовали теофорные имена, то есть личные имена людей, включающие в себя имя Бога или божественный эпитет. Они прибавляли к своему имени «любимый Себеком», подчеркивая тем покровительство бога-крокодила. Ну, вот так вкратце, конечно, о Себеке. Себеке – древнеегипетский бог воды и разлива Нила, который ассоциируется с крокодилом. Считается, что он отпугивает силы тьмы и является защитником богов и людей. Все, всем пока, всем привет, до свидания.